Сегодня в Красноярск с рабочим визитом прибыл вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович. Прямо из аэропорта он отправился на спортивные объекты, где в 2019 году пройдет универсиада. Первым пунктом стал спортивно-тренировочный комплекс «Горный» у подножия Николаевской сопки. Губернатор Виктор Толоконский, главы профильных министерств сообщили Аркадию Дворковичу, как идет строительство и с какими сложностями приходится сталкиваться. Также вице-премьер побывал в Академии биатлона. Он осмотрел тир, где занимаются профессиональные спортсмены и воспитанники спортшкол. Побывал в медико-восстановительном блоке, где рассказывали о новейшем оборудовании, с помощью которого поддерживают оптимальную форму атлетов. Здесь же Аркадия Дворковича угостили особым оздоровительным чаем с сибирскими травами. Кроме того, заместителю председателя правительства на презентационном макете объяснили, почему гостям универсиады смотреть соревнования по биатлону будет даже интереснее, чем зрителям на Олимпиаде в Сочи. У нас штрафной круг, зона старта-финиша, стрельбище будет в очень близкой плоскости. И вот Амелихов приезжал, руководитель федерации, сюда. Это вот очень положительно здесь можно сделать. Ну и помимо этого, трассы мы не будем немножко расширять. Мы сейчас 4-метровые, 12 километров трасс существующих, 4 из них выжировлены. Необходимо до 6 метров на 2 метра всего расширить. И искусственное освещение сделать, и снижение. Вот эту работу будем проводить.